Новый день настает, и казачий ход идет прямо в бок или налево. Но идет себе, идет. Жму эспандер. Я рукой левой, правой. Я всегда нахожусь в поиске. На сегодняшний день пришла тема. Она сама пришла, нашла меня. Доброе здоровье, Тигран. Что это у вас за бутылочка такая? Здравствуйте, уважаемый Геннадий Петрович. Доброе здоровье. Хочу вас ознакомить, хотя вас трудно с чем-то ознакомить, вы знаете все. Но для, скажем так, вашего читателя, для вашего почитателя, хочу напомнить вам и ознакомить их. Знакомьтесь, огневка, спиртовая настойка, удивительная вещь, поразительная вещь. Люблю я такие вещи, Геннадий Петрович, обожаю что-то такое очень интересное. Кстати, в вашей копилке тоже есть. Давайте начнем с самого начала, Тигран. А что такое огневка? С самого начала. Позвонил мне человек. Зовут его Михаил. Он пчеловод. У него своя пасека. Кстати, он приверженец ваш с давних пор и времен. Он не в горячем ключе? Вот сейчас, чтобы не соврать, Михаил на меня не обиделся, мы посмотрели это видео. С Кавказа где-то, он, да? С Анапского или Темрюкского района. Ему уже очень много лет. Считайте, что он с нами. Тема огневка, она читается в интернете. Общие ее характеристики, смысловая ее поразительная. Как они делают эту огневку? Все своими словами. Мы и с вами тоже не очень в этой теме, скажем прямо. Фараоновы бабочки какие-то едят. В общем, откладывают личинки, эти личинки съедают все в этом улье, и воск, и та-та-та-та, они испражняются. То есть тут получается следующая интересная картина. Надо особо подчеркнуть, что оказывается воск не каждое насекомое или не каждое вещество может разложить. А личинки этих огневок обладают такой мощнейшим ферментным аппаратом, который даже воск растворяет. Удивительно, правда? Да. Удивительно. Люблю удивительные вещи. Поэтому ваш читатель должен знать. Потом они из этих личинок делают настойку. И главное в нем это честность и порядочность. Я биоэнергетик, я его отсюда чувствую. Уж извините, я его отсюда вижу и чувствую. Что умеет делать эта огневка, дорогие мои? Эликсир молодости. Вот, искали? Вот. Стоит 2 копейки. Ну, образно 2 копейки. Сейчас не буду рекламировать цены. Если надо, это цены сами найдете. Вот такие вещи, которые сейчас интересуют вас, зритель наш, как коронавирус. Так оно его и убьет. Не то, что убьет. Вот как только появится в организме с первой ложечкой вот это средство, этого коронавируса не то что не будет, он сбежит на другую планету, понимаете? Это убивает синегнойную палочку, это не какой-нибудь там вшивый коронавирус, понимаете? То есть это более мощное образование. Синегнойная палочка, ее никто из медицины никакими препаратами, никакими. Был в Советском Союзе препарат, который убивал синегнойную. Синегнойная палочка, это... Палочка, которая у мертвых, извините, это самое, объедает, короче. Разлагает, да. Трупы, да? Ага, трупная, она называется палочка. Но она бывает у живых, туберкулезных системах, пневматических. Вот они почему не могут спасти, они не могут ее победить. Ее мутации. Вы понимаете, в чем дело? Какая это работает, там коронавирус? Да? Геннадий Петрович, вы же извините, не хочу политизировать ваш видеоканал, но просто человек должен знать, что есть вещь, которая, вот она, еще хочу подчеркнуть, огневка огневке рознь, правда? Как хлеб хлебу, хлеб нам голова, но где и кто печет его? Если печет Геннадий Петрович, я с доверием съем этот кусок хлеба, а если печет
где-то кто-то, я с этим хлебушком... С термофильными дрожжами. Да, я бы отнес бы аккуратно. Просто информационно должно все человек об этом узнать. Если будет интерес, то Геннадий Петрович выставит. Мы должны делиться теми рецептами, которые дадут здоровье нации. Мы сообщество. Мы должны любить и уважать друг друга. Поэтому я и попросил вас об этом удивительном. Хотя настоек очень много, вы сами знаете, правда? Ну, особенности, насколько я понимаю, это настойки. У нас там на передаче как раз был какой-то пасечник, и он рассказывал про огнёвку и так далее. Что благодаря тому, что вот именно только вот эти личинки огнёвки, они проедают вот эту вот восковую оболочку, вощину, которую ничего не берет. А оказывается, оболочка вот этой синегнойной палочки, туберкулезной палочки и так далее, они примерно аналогичны. И поэтому вот этот вот экстракт, он растворяет оболочку этих всех бактерий, и они, то есть, умирают не из-за того, что идет какое-то, как бы сказать, антибиотическое действие, а именно вот такое, разрушается оболочка, и они только умирают. То есть вот в чем разница. Я отношусь к любителям вот таких находок. Хотя немножко рекламы вы мне всегда позволяли, мои дети. Хотя у меня есть свое средство, скажем так, жить без болезней. Имею личное, кажется, свое средство, чтобы жить и не болеть. Ну, такие любые находки приветствуются, такие же, как ваш этот черный тмин. Такие, понимаете, вроде бы она ни о чем, вот как помните, все говорят, вроде бы ни о чем разговор идет, но разговор идет о здоровье, и вот именно это о чем. И эффективной работе. Эффективной а работе. Можешь кратко еще напомнить о своем препарате, вот насколько мы тогда разговаривали, что у Тиграна имеется удивительный препарат на основе кремния. Кремния, который делает, ну, можно сказать, чудеса. Все это восстанавливает быстро. Да, Геннадий Петрович. Немножечко о нем расскажите. Я могу сказать точно и стопроцентно, потому что это уже, скажем так, есть люди, есть отзывы, есть, скажем так, время. Все решает время. Проходит время, и мы уже понимаем, что действительно это на самом деле так. Это умное лекарство. Дает возможность вообще не болеть. Геннадий Петрович, уважаемый вы наш, любимый вы наш, вообще не болеть. Как звучит это, я не знаю. Как ушки ваши, как это принимают, господа зрители? Вообще не болеть. Понимаете? То есть, восстанавливается жизненный баланс человека. О чем мы говорили. Энергетический, там, функциональный баланс. Геннадий Петрович, дорогой, вообще не болели, вы понимаете, революция состоялась, пускай на вашем канале, ну ваш, в принципе, он и есть передовой канал, мы как-то другие и не смотрим особо. Ну вообще много различных каналов. Много хороших там. Каналов, сделаем то, сделаем это, вы понимаете, нужны какие-то революционные вещи, вот огневочка хотя бы, вот синегнойную палочку, эту самую, да, мое лекарство не победит, однозначно. 100% не победит, а вот огневка победит. И вот теперь я даже думаю, может быть, эту огневочку уже как-то внести свой добавку в свой состав, вместо, допустим, тоже там в составе есть у меня мята перечная, там 10 наименований говорят, как-то заменить ее, я уже заменил ее и кушаю. Что произошло? Живот начал падать. Животик. Почему? Объясняю. Это очень хорошо. Объясняю, почему он упал. Потому что паразитов мы побили. Очень еще больше, введя в состав нужные. Вот почему она и умная. Умная от чего? Не потому, что дядька Тигран такой прямо супер умный. Он же, уж извините меня, не умнее вас, это однозначно. Но кап-кап информационные эти капли. Тык-тык-тык-тык. Люди выходят, с вами познакомились когда-то, та-да-да. Все. И возникает это лекарство. Пошел по своей, извините, опять самореклама, пошел другим путем. Я эту огневку добавил свое лекарство. Сделал уже комбинацию, и сейчас проходит испытание. Мне испытание очень нравится тем, Геннадий Петрович, хорошее мое лекарство, спору нету, докажу, кажется. Но с огневкой произошло совершенно другое. Такой взрыв энергии.
Сейчас могу вот с вами пройти час, и два, и три. И не то что отдышки, не то что вообще ничего, скажем так. А можно после 3 часов ходьбы еще и пробежаться. Плюсы видеоканала вашего, о чем мы говорили. Вы что, контактный человек, вы идете, вы не проходите мимо этой информативности. Информативность – великая штука, потому что это кладезь. Восковая моль, огнёвка пчелина, экстракт. Не является лекарственным средством. Экстракт огнёвки пчелины проявляет следующие свойства. Обладает общетонизирующим действием, повышает устойчивость организма к влиянию внешних неблагоприятных факторов различной природы происхождения. Оказывает оздоравливающее воздействие на бронхолёгочную систему, нормализует функции желудочно-кишечного тракта и мочеполовой системы, улучшает метаболические процессы, обладает антибактериальными, иммуномодулирующими и противовирусными свойствами. Ну да, было, можно было отмахнуться, да, что там? Да, я все знаю. Я знаю, я на всех передачах был, действительно, это в принципе и повторение. Вы уже лучше знаете, что вот это ВОЗ нельзя съесть, там, и так далее, и тому подобное. Ну, вы несете добро. И за это вам на вашем флаге. Мир, труд, май. Спасибо. И еще об этом коронавирусе. Еще раз повторюсь, чтобы окончательно услышали. Но я думаю, за денек-другой, а вам, уважаемые зрители, пожелайте Геннадию Петровичу тоже всего самого хорошего и вам лично здоровья и счастья. Будьте здоровы и счастливы. Спасибо, Тигран. Спасибо.